их приготовления. Ну, не приготовление очень просто. Берем стаканчик. Вот, они здесь стоят. И наливаем тесто. Желательно наливать. Вот. Вот это вот мерное. Полосочку. Затем берем стаканчик. Просто-напросто выливаем эту формочку. Они бывают вот такие круглые, но есть еще прямоугольные, там попроще, там просто выливаешь в одну определенную форму. Переворачиваем. Включается таймер, который через 20-25 минут прозвучит, мы получим маленький. Вот вафли готовы. Поливаем сиропом. Приятного аппетита!